чувства и слышат, когда мы думаем о них, когда вспоминаем. Вспомните ее лицо, вспомните ее глаза, вспомните, как вы ее любили. Вы хотите узнать, что случилось с вашей дочерью? Я хочу знать не только кто, но и зачем. Это вы ее убили все! Это вы! Репутация внушительная. Дело очень серьезно раскрывало. Что с ней случилось, по-вашему? Это как метка. Это вещи тонкие, древние, оккультные. С вашим приездом смертей будет только больше. Есть люди, которым приходится быть проводниками между духами и нашим миром. Это отравляет. Кто мог совершить ритуал жертвоприношения, если не шаман? Все эти смерти — это звенья одной цепи. А хотите, я скажу, сколько вам жить осталось? Ты разбудил силы, которых даже не представляешь. Это как тень черная. Липкая, тяжелая тень. Оно всех найдет и вас найдет. Мертвое озеро с 14 марта.